дать почувствовать его настоящий вкус. И я очень надеюсь, мы все очень надеемся, что этот вкус вам понравился. Аплодисменты. И я очень хочу подчеркнуть, что вот этот концерт – это огромнейший труд большого количества людей. Я этих людей очень хочу поблагодарить лично прямо сейчас. И, конечно же, для начала хочу поблагодарить всех учеников и всех волонтеров. И отдельно я очень хочу выделить преподавателей. Лена Чернышова, выйди, пожалуйста, сюда. Лена, иди сюда. Дети, подвиньтесь, пожалуйста, назад. Детки, Юля, подвиньтесь. Леночка. Ты очень большой молодец. Мы тебе дали благодарность. Небольшой презент. Спасибо тебе за твой талант. Лена Сарксян. Лена Сарксян, аплодисменты. Максим, обернись. Самая хмурая. Леночка большая молодец. У нее тут целая банда просто ее поддерживает. И она нам дарит свою улыбку, свой талант. Спасибо большое. Юля и не меньшего размера банда вот этих маленьких разбойников, которые сегодня действительно зажгли, подарили вам отличное настроение. Юля, спасибо тебе большое. Спасибо. Конечно же, Даша Долкова. Даша. Где Даша? Юля, детей выпадись. Заполонились. Даша, тебе спасибо большое. Было очень круто. Спасибо тебе за твой талант. Саша Кунакова, ее начинающий хип-хопер, она сегодня сделала все. Вот она, она невысокого роста, поэтому помаши руками. Это Саша, она очень крутая. Спасибо, Саша, большое. И наши парни, это отдельные аплодисменты, это, конечно же, Дима Башаров. Дима Башаров, поэтому настроение сегодняшнего концерта, фристайл. Круто, давай, проходи. Молодец, поздравляю. И Марат Мухутдинов. Марат, ты где? Очень скромный, серьезный молодой человек. Он сейчас вам подарит улыбку, я вам обещаю. Улыбку в зал. Марат, давай. Спасибо тебе большое. Давай. Отдельно я хочу сказать огромное спасибо двум девушкам, на чьих крупных плечах держится 80% всего концерта. Это Лена Котельникова, которая сейчас старается, вот всем дали грамоты, но я хочу, чтобы все видели. Она делает очень много, и еще больше, никак не меньше, делает Алена Терентьева. Я не знаю, она, наверное, сейчас где-то взяла отдельные аплодисменты. Она здесь нет. Потом я понимаю, она бегает, конечно, по делам, потому что мы здесь, а концерт еще идет. Отдельную очень большую благодарность хочется выразить Дворцу детского и юношеского творчества и лично Марии Юрьевне, которая поддержала наши таланты, дала нам такое помещение, помогла очень организационно. Мария Юрьевна здесь. Иди сюда, Мария Юрьевна. Просто я считаю, что талантливых людей, добрых людей должны видеть все на этой сцене. Мария Юрьевна, молодцом. Дальше вот мои результаты, поднимите руки, аплодисменты. Также, сегодня среди вас в зале, вот как-то вот так вот, наверное, может быть даже незаметно, но это надо выделить отдельно. У нас есть гость наш, это депутат Ногинского городского совета, совместитель председателя палаты молодых законодателей Московской областной думы, Рыбаков Иван Алексеевич. Иван Алексеевич,